Латайс или решетка. Этот модификатор создает на поверхности объекта решетку на полигональной основе. В тех местах, где присутствуют ребра, здесь, то есть здесь, 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 вот, будет создана решетка. А в местах их пересечения будут так называемые узлы. Давайте применим, я вам покажу. Вот, пожалуйста. В настройках модификатора можно указать размер решетки при помощи радиуса. Можно его так, вообще убрать или сделать очень-очень тоненьким, оставить только наши узлы. Можно сделать пошире, можно сделать что-то очень-очень узенькое. Давайте сделаем вот так. Теперь, для того, чтобы не была наша фигура такая угловатая, дадим больше сегментов и сторон. То есть 18 и 18 с обеих сторон. И все, наша решетка выглядит очень округлой. Вот. Пожалуйста, можно посмотреть поближе, что у нас все очень-очень красиво и округленькое. При построении решетки можно выбирать один из трех параметров. Точнее, не можно, а нужно. По умолчанию стоит босс. То есть все. А означает, что будет выбрано и первый, и второй пункт. Первый — это только вершины, или же наши узлы. Второе — это только наши грани. Но если использовать только грани, могут быть вот такие вот артефакты в местах несоединения. Поэтому советую использовать все-таки второй вариант. Узлы, вот наши вот эти вот точки, могут быть трех видов. В виде тетраэдов, октаэдров и икосаэдров. Вот, тетраэдр, то есть что-то подобное пирамиде, октаэдр и икосаэдр. Можно выбирать их радиусы. Давайте я отдалю. Вот. Если у нас здесь радиус 2,5, можно точно так же выбрать 2,5. Вот. И теперь выбрать просто больше сегментов. Вот, но все равно немножко выбили. А. Пятерочка удалилась. Вот. Теперь оно у нас совпадает. Но только из-за того, что я добавил много сегментов, наши икосайдеры очень-очень высокополигональны получились. А так как их много, автоматически добавилось очень-очень много полигонов. Давайте сделаем хотя бы 20. Так, почему 20, сейчас покажу. Ой, прошу прощения, промахнулся. Вот, смотрите, я нажал на цифру 7, и теперь я вижу, сколько у меня вертексов и сколько у меня, в общем, полигонов. Объект очень-очень простой, но, тем не менее, в нем больше 2 миллионов полигонов. Если же я сменю икосайдер на, допустим, тетраэдер, у меня количество полигонов сменяется практически, точнее, уменьшается больше, чем там полтора раза.
Давайте добавим немножко. Вот, и в данный момент похоже на какой-то химический элемент. Кстати, точно так же его можно как-то построить, если немножко поломать сетку нашего куба или какой-нибудь другой элементарной фигуры, или не элементарной, построенной полностью своим параметрам. Есть про классов настройки, самый-самый простой, это наш, точнее не самый простой, а самый экономный в плане полигонов, у нас оказывается это TetRider. То есть наши узлы настраиваются точно так же, как и наши грани. Можно выбрать радиус, количество сегментов, но только в наших, так сказать, прутьях, и сегменты, и количество сторон, количество количество сторон и боковых сегментов выставляется, а в узлах выставляются только количество сегментов одним параметром. Также можно выбрать, поставить галочку Smooth, и тогда они будут смотреться более сглаженно. Если я сейчас поставлю вот так, 2 и 5, вот, практически незаметно. Так, давайте отобьемся от этого. Пожалуйста, у нас практически незаметно, только если вот такие вот места. Но это все, естественно, можно самому менять и настраивать. Сейчас если зайдем сюда и чуть-чуточку увеличим, не то увеличил, вот это хотел. Уменьшу количество сегментов до, допустим, 5. У меня вот, и покажу наши, покажу вот, пока для того, чтобы показать наши полигоны, я нажал на кнопку F4, и видите, вот оно у нас немножко грубо, некрасиво. Да, похер.